Марк Подрабинник в Таиланде. Часть пути до Тигриного храма мне надо проехать по знаменитой железной дороге смерти. Чтобы посмотреть в глаза тигру. Было бы, конечно, здорово высадиться и уйти в джунгли, попытаться сфотографировать тигра. Сделать кадр любой ценой. У меня не будет никаких претензий, если меня сожрут. Авторская линейка фильмов Марка Подрабинника. «За кадром. Таиланд. Тигриный монастырь». На канале «Моя планета».